В лагере «Алые паруса» открылась смена, в которой отдыхают дети с разных регионов России и из-за рубежа. Дети наших земляков, живущих вдалеке от родного дома, ездят в этот лагерь с 2005 года. Ведь у них есть реальная возможность стать ближе к культуре и традициям чувашского народа. В этом году ребята приехали из Татарстана, Мариэл, Беларуси, Московской, Самарской, Ульяновской и многих других областей. В рамках этнокультурной программы «Эдкер» предусмотрено проведение разных культурно-массовых, образовательных и развивающих мероприятий. Я очень хочу, чтобы вы научились, глубоко изучили наш чувашский язык, чтобы вы передали эту любовь, эти знания своим родным, родители прежде всего, потому что ваши родители, они тоже уже начинают забывать чувашский язык. Но самое главное, чтобы вы рассказали о древней истории чувашского народа, о великой истории чуваши. Всего за пару дней дети уже успели выучить отрядные песни, речевки и девиз. Впереди еще немало интересного, ведь смена «Эдкер» длится в течение 2 недель. Детей ожидает многое, много интересного. Завтра мы выезжаем в Чебоксары на прогулку, на прогулку по Волге. Дети с удовольствием ждут поездки на кондитерскую фабрику «Аконт». Затем планируется еще поездка в Шоршилы, на родину третьего космонавта Андреяна Григорьевича Николаева. Летняя смена «Эдкер» уже стала родной для многих ребят. Дети, побывав здесь однажды, хотят вернуться вновь. И это им удается. Некоторые ребята отдыхают здесь уже не первый год. Родители вовсе не против таких увлечений, ведь они замечают, как меняются их дети. То, что он уже по телефону не звонит через каждые 5 минут, я позвонила сама, я говорю: «Артем, ну как у вас там дела?» «Все нормально». «Ну все, мама, пока». Это уже говорит о том, что здесь такой благоприятный, доброжелательный климат психологический. Ему же, ему нравится. География желающих побывать в летнем лагере с каждым годом растет. На сегодня здесь отдыхает 500 ребят, и наверняка у каждого останутся самые теплые воспоминания об этом времени. Татьяна Филатова, Светлана Аликимова, Андрей Спиридонов, Республика.